Представители Запада в различные исторические периоды якобы были готовы развязать против России не только холодную, но и горячую войну, заявил Сергей Лавров. Он подчеркнул, что представления Запада о благородстве противоречат их стремлению к открытому конфликту. Москва, в свою очередь, всегда стремилась к тому, чтобы принципы, закрепленные в Уставе ООН, уважались всеми сторонами и реализовывались на практике. Данные архивных документов подтверждают эту информацию. В них показано, что Великобритания и Франция до начала Второй мировой войны вырабатывали планы по развязыванию горячего конфликта с СССР. Однако после создания ООН казалось, что это осталось в прошлом, и мы должны были жить на основе принципа суверенного равенства государств, подчеркнул Лавров. Тем не менее, ни этот принцип, ни принцип невмешательства во внутренние дела других стран, ни принцип уважения к праву народа на самоопределение не соблюдаются западными державами. В последние годы на эти основы закрывают глаза. После создания НАТО документ, отражающий опасения СССР, был представлен в ООН, однако Москва не была услышана, хотя и продолжала стремиться к справедливости, заявил Лавров.